Обалдеть, часы еще идут, можно услышать, как они тикают. И вот такой вот туалетик. Смешной такой, класс. С ванной. Тут много комнат. Много спален на втором этаже. Ну, спальни такое не сильно впечатляет. Причем, что уже все современное, естественно. Обалдеть, как круто. Какой красивый замок. Дехар. Как тут красиво. Как здесь все вычухано. Как же здесь все обалденно. Я, блин, красивее еще. Помнишь, мы в этой, во Флоренции поехали в этот модный тоже парк-сад. Как мы плевались. И вот мы вышли из Палаццо Питти. В знаменитые сады Боболи. Они, конечно, огромные. Фонтан красивый. Здесь этот сад, он нереальный. 4,5... Сколько там было написано? 4,5 гектара. В общем, туда вот подниматься, он тут даже карту можно скачать по садам. Но вид отсюда вообще обалденный. Да, видно Флоренцию. Офигеть. Сейчас еще внутрь пойду. У меня билет с внутрью. Ну, не передает телефон эту всю красоту. Очуметь. Вау, 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 вау. По убранству это один из красивейших холлов, который я видел. Он похож на этот дворец. Как же этих Борджи во Флоренции. Ну, это можно офигеть. Конечно же, бельгийский гобелен. Блин, как красиво. Очуметь. Что-то нереальное. Этот замок. Блин. Замок Ротшильдов. Блин, опять Ротшильды, слушай. Эти Ротшильды везде, блин. Они скупили все замки Европы. Он чем-то напоминает тот замок Дебюсси Ротшильд. Сверху там тоже вот так было. Но этот гораздо круче и богаче. Этот вообще нереальный. Блин, конечно, по убранству он, блин, гораздо круче того Дебюсси Ротшильда, замка, который был в Ницце тогда, где мы были. Офигеть, какой он красивый.
Ротшильдская. Она подарила своему мужу вот этому Этьену. Фамилия его, вот он уже старенький. Этьен барон Зюйлен. На ее деньги это все красота была восстановлена. Офигеть. Офигеть. Ницца. Ну да, там вот в Ницце, вот в этом вон, в замке Ротшильда, то, что мы были там, вот это. Офигеть. Он скупил все замки вокруг. Спальня барона. Спальня барона. Здесь можно. Прикольно, ванна в полу. Все в зеркалах, чтобы на себя любимых смотреть. Круто. Еще один салон. Да, этот прикольный. Этот замок прикольный вообще, блин. Офигенно. Вид из окна. Вид из окна на парк. Обалдеть. Вот она, баронесса Хелена де Ротшильд. Как тебе кухонька? Обалдеть. Да, тут такая печка. Тут такая печка. С такими кастрюлями. Обалдеть. Да, настоящие кастрюли медные. А дуреть можно. Sometimes I feel like a